Диктант Победы пишем вместе со всей страной. Акция начинается с трансляции из Центрального музея вооруженных сил и приветствий. В Подмосковье 67 площадок диктанта. Десятиклассники второй школы практически в полном составе. Считаю, что Великая Отечественная война – это то, что нужно знать каждому. Директор 4-й школы Наталья Решетова ответила на 20 вопросов теста за несколько минут. Я таким образом решила почтить память тех, кто сражался за Родину, тех, кто погиб, тех, кто выжил. Секретарь местного отделения «Единой России», глава Ивантеевки Максим Красноцветов, считает, что вопросы были несложные. Освежил свои знания, посмотрел учебник у детей. Мы, люди, которые родились и выросли в Советском Союзе, как бы для нас это нормально. Я не знаю, как сейчас поколение, которое будет писать диктант, как это у них будет происходить. Но для меня в основном сложности это не вызвало. Всего в Ивантеевке написали диктант Победы более 40 человек. Результаты придут каждому на почту.